Всем привет, ребят! Сегодня будет рецепт блинов, потому что вот пришла масленица, и нужно показать рецепт, как мы готовим блины. Так что у нас будут блины с начинками, тесто будет одно. Для теста нам понадобится 6 яиц, 15 ложек муки, 6 ложек сахара, масло растительное 4 ложки и также вода примерно 600 миллилитров. Для начинки нам понадобится, у нас будет три вида начинки. Первая начинка это будет фарш с луком обжаренный. Вторая начинка это будет рис и шампиньоны. И третья начинка это будет вот такая вот икра с креветками. Она вот, ну знаете, тоже вот такая вот прикольная масса. Такой, знаете, йогуртообразный. И она очень полезная, тут нету никаких добавок, даже есть витамины. Так что сначала мы, наверное, с вами займемся замешкой теста для наших блинов. А вторым делом мы займемся с вами фаршем. Фарш я добавлю немножко водички и нарежу лук. Все, сейчас я уже нарезаю лук, тесто мы с вами замесили. Я возьму вот одну такую большую луковицу, посмотрю, хватит мне ее или нет, на две начинки, на фарш и на шампиньоны с рисом. Фарш я добавил водички и перец, сейчас добавлю туда лук, и еще нужно посолить. И вот здесь у меня варится стакан половиной риса. Он будет вариться 20 минут. Я его только что поставил, посолил. Так, ну и все. Я пошел резать лук и замешивать фарш. Все, лук я нарезал. Это оставил для шампиньонов. Дальше у меня уже тут доделывается фарш. Рис у меня уже сварился. И сейчас я уже начал обжаривать блины. Как я их обжариваю, в принципе, никакого секрета нет. Я просто Это вот у меня первый блин. Я просто очень хорошо разогреваю сковородку и размазываю эту жидкость по всей сковородке. Но вот знаете, иногда вот эти вот остаются, но мне так нравится. И также масло я тут много не использую, а использую вот такую вот крышечку и кисточку. Просто после каждого блина примерно я обмазываю сковородку. И как бы так блин получается менее жирное, знаете, и ничего не прилипает. Вот он еще не готов. Я их обжариваю
на таком, знаете, среднем огне, смотрю по готовности, поднимаю их. Если готово, я уже переворачиваю. Кстати, раньше у меня блины вообще не получалось делать. У меня все время они то прилипали, то, короче, с ними творился какой-то кошмар, они размазывались по всей сковородке, но не получалось именно хороших, нормальных блинов. Ну вот сейчас плюс-минус у меня что-то получается с блинами. Вот какой он получился, румянистый, зажаристый. И все, так я буду дожаривать вот это все. Я думаю, тут блинов, наверное, 25 примерно. Потому что если мы замешивали на одну порцию, у меня получалось блинов 16. Так что да, все. Сейчас дожарится фарш, тут уйдет последняя вода. И я, наверное, сейчас параллельно блинам порежу шампиньоны и поставлю их жариться вместе с луком. Шампиньонов, кстати, я буду делать, ну, примерно половину вот этой вот пачки. То есть, ну, штучек так 7-8 я точно сделаю. Вот какие блины у нас получились, вот это с грибами, это с икрой, это с фаршем. Так что вот я показал вам этот свой рецепт, как мы делаем блины. Если вам понравилось, можете подписаться на мой канал, а также поставить класс под этим видео. Не забудьте подписаться на меня и на моих друзей. И всем спасибо за просмотр.